Более 3 лет ожидания фанатов, и вот долгожданный концерт Черима Нахушева собирает аншлаг в амфитеатре на Зеленом острове. Организаторам пришлось даже позаботиться о дополнительных местах, чтобы как можно больше людей насладились голосом народного артиста Кабардино-Балкарии. Я безумно рад быть сегодня здесь, в Карачаево-Черкесии. И вот каждый мой приезд сюда, в эту республику, для меня это большой праздник. Вот, к большому сожалению, здесь нас не было уже достаточно давно, более 3 лет. Конечно же, все знают, в курсе, из-за пандемии. Но я этот день, этот концерт ждал долго. Вы знаете, я в курсе, знаю, что публика Карачаева-Черкесии меня очень любит. И поверьте, это взаимно. В своем летнем туре Черим решил выступить с проверенной годами программой, исполнив как можно больше нетленных хитов «Калина Красная», «Адыганыса», «Дахаджан» и много других любимых публикой песен. Подпевали песням Нахушева люди абсолютно разных возрастов, что еще раз доказывает, что эти композиции откликаются в сердцах даже самых маленьких зрителей, несмотря на все современные тикток-тренды. Мы очень ждали его концерт. Я в прошлом году, короче, я каждый год езжу к нему на концерт и с радостью, с любовью каждый год хожу, конечно же. Мне очень сильно понравилось. Я не пожалел, что сюда пришел. Мне все его песни понравились. Нам очень нравится этот артист, которые сохраняют культуру черкесского народа, соблюдают все традиции. И это невероятно. Очень хочется, конечно, и потанцевать с ним. Какие песни больше нравятся? Чем нравится больше всего Черим? В первую очередь больше всего нравится тем, как он поет, в принципе, и на русском, и на любых языках, и в целом как артист, и как человек. Репертуар артиста состоит в основном из кабардинских песен, но это не мешает поклонникам самых разных наций наслаждаться его выступлением. Яна Даурсова приехала в Черкесск из Москвы. В творчество Черима Нахушева она влюбилась с первых нот. Девушка практически не знает языка, но благодаря помощи адыгских друзей она выучила наизусть практически каждую композицию. Не зная кабардинского языка, ты подпеваешь ему. Это как будто бы вот душа, она чувствует, что нужно петь. Может быть, неправильно, как-то не так слова произносить, но тем не менее, это вот прям идет именно от сердца. Сольный концерт не обошелся и без самой теплой песни «Синана Даха», что переводится «Моя любимая бабушка». Песня входит в репертуар многих артистов кавказской эстрады, но именно в исполнении Черима она обрела новое звучание. Даже самый скромный зритель не смог сдержаться и пустился в пляс под зажигательные песни Нахушева. Зал аплодировал стоя. Альбина Шаова, Саид Исмаилов, РХСМ 24.